день, дорогие жители нашего города и туристы! Меня зовут Ансталь Наталья, и я являюсь руководителем туристического информационного центра Welcome Конаково. И мы организуем экскурсии для жителей нашего города и для гостей. И сегодня мы с вами посещаем Конаковский краеведческий музей. В музее вы узнаете большое количество интересных фактов. Например, как появилось название города Конаково, тогда еще поселка. Был объявлен конкурс, в котором победу одержала работница фаянсовой фабрики Мария Викуловна Илютина. И за победу ей подарили самовар, который сейчас находится в нашем краеведческом музее. Недавно мы провели опрос среди жителей нашего города и узнали, что не так много человек посещали наш краеведческий музей. Я убеждена, что любовь к своей родине начинается с изучения истории своего родного края, поэтому очень рекомендую вам посетить наш музей, где вы узнаете множество всего интересного.